тверди, терпи, Сережка, грудь на вылет, не беда. Продержись еще немножко, вот во фляжке есть вода. Взгляд бойца был как в тумане, словно всматриваясь вдаль. Он шепнул мне: «Эх, Мишаня, не крещеный я, а жаль». Бинт его промок от крови, порыжел белесый чуб. Кровь текла при каждом слове с уголков засохших губ. Он смотрел куда-то мимо, жизнь мою уж не спасти. И почти неуловимо, если сможешь, покрести. Я ему: «Ты что, Серега, жить да жить тебе пострел». Он в ответ: «Я верю в Бога, покреститься не успел. Покрестить, но в самом деле я не знаю, как прости». Он с мольбою: «Еле-еле, как сумеешь, покрести. Есть воды у нас немного, умоляю, поскорей». «Ну тогда, во имя Бога, я крещу тебя, Сергей». Тот запас воды солдату был как будто небом дан. Горсть ее из фляжки мятой, вот и весь наш Иордан. Смог ты, видит Бог, ветерок взлетел над нами, чуть коснувшийся лица, словно легкими крылами ангел обнял дух бойца. Ветерок взлетел над нами, чуть коснувшийся лица.